набережная реки Лиммат в городе Баден. Там впереди санатории для богатых и термальные ванны. Но есть бесплатные термальные ванны для жителей города. Даже вот сейчас весной, там, да и зимой можно купаться, люди круглый год купаются. Там температура в районе 40 градусов в этих ваннах. Вот такая быстрая река. Течение очень хорошее здесь. С пресной водой в Швейцарии проблем нет. Кругом текут реки, озера. Вот жилые дома прямо на берегу реки. Памятник какой-то изображает страдания. Ну, не знаю, в честь чего это.